Утро, готовимся к следующему переходу. Вон там наш перевал, следующую деревню. Так, а это про сегодняшнюю ночевку. Так выглядит настоящий хомстей на маршруте Ганаш-Тимал. Вот это наша комнатка. Здесь сыр от мышей подвешен. Ситибой. Эй. Шоколад от диабета. Сыр от мышей. Вот вторая комнатка. Здесь девчонки у нас спали. Женский дармитель. Так. Это магазин, и он же зарядочная. Тут у нас все заряжается. Хоть несмотря на то, что мы в глубинке, электричество есть. Это наш джит готовит завтрак. Аджит. Это здесь живет хозяйка сама с детьми. Там детки еще спят. Такой у них скромный быт. И дворик. У нас Диди жарит макай, ее дочка. И маленький дворик. Тут у них курочки, козочки. Ну и вот сама деревня. Thank you.